Это, да? Ага. А что это? А как ты думаешь? Мамин утюг. Не просто утюг. А что? А особенный утюг. Вот это у нас будет база утюга. Ну, наконец-то у меня не будет мокрая доска. Это у нас будет переходник для утюга. Даже переходник положили. Видишь, какие молодцы. Угу. Да? Ага. Так. Это вот сюда. Опа. Вот. Переходничок. Теперь у нас будет еще вот такая вот штука. Ну и самое интересное. Большой красивый утюг. Ага. А мне посылка пришла. Ну вот же вам посылка. И еще бумажечка. Это мне? Нет, это не тебе. А где моя? Это набирать. Это инструкция. А вот такие вот циферками, это с циферками, значит, это такой специальный стакан, который называется... Померить. Красивый утюг? Да. Должен нормально работать. Тут еще ничего не будет проливаться. Замок есть. Ты, когда замок ставишь, он не высовывается, да? Угу. Не выпадает. Устанавливаем, ставим на замок. И тут что-то не работает. Или работает. Не знаю. Нужно поставить на... Вот что? Это вот нужно поставить, чтобы это сработало. Да? Угу. Тут есть, видишь, пар, брызгалка, очистка какая-то есть. Не протекает. Ну что, попробуем? Угу. Включим? Да. Так. Наконец-то у меня не будет ничего протекать на мои доски. Включился. О, работает? Да. Ну все, пускай мама теперь пользуется. Да? Угу. А мне есть что-то? Тебе? Да. Ну даже не знаю. Тебе что нужно? Ну, мне сегодня что-нибудь пришло. А, сегодня нет, не пришло. Жаль, да? Да. Думаешь, мама даст тебе возможность погладить? Не, у меня свой есть утюг, синенький. А это фиолетовенький, какой красивенький, а? С тефалькой. Зато мои новые ни разу не попользовали. Ну, ладно. Ни разу. Я не то, что ни разу не пользовался. Ссылка в описании будет. Да, и это был канал Котики на Котики.